Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 7 декабря – день Екатерины Санницы. Почитается святая великомученица Екатерина. Она жила в городе Александрии. Происхождение ее из царского рода. Отличалась редкой красотой и премудростью. В 18 лет Екатерина в совершенстве знала всю науку древнего мира. Ее упрашивали выйти замуж, но она не нашла себе равного. Тогда ей рассказали о небесном женихе Христе. Но Христос признал ее только после крещения. В сонном видении он надел ей на палец прекрасный перстень в знак обручения. В народе этот день называют днем Катерины Санницы. И все потому, что сегодня традиционно открывался первый санный извоз. По этому поводу устраивались большие гуляния и первые катания на санях. А молодожены сегодня находились в центре внимания. Их сани катились первыми, а за ними следовал кортеж. В народе святую Екатерину почитали как покровительницу невесты брака. В этот день часто проводили различные гадания и смотрины для заключения брака. Так девушки отламывали ветку от яблоневого дерева и клали ее под подушку. Верили, что теперь они увидят во сне своего суженого. Делали и такой приворот. Брали какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катали вокруг нее каравай. Сегодня парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться в его санях. И кого он чаще всего катал, та и была его избранницей. Существовала сегодня и такая традиция. Выйдя из дома, надо было обязательно пройтись по тулупу с вывернутым мехом наружу. Считали, что это позволит защититься от дурного глаза. Приметы. Ясная погода на Катерину к морозной зиме. Если сегодня теплая погода, значит морозы ударят только на Варварин день, после 17 декабря. Если сегодня оттепель и туман, морозы наступят на 10 день. Снег выпал на сухую землю, зимний путь встанет. Если солнечные лучи пучками устремились кверху, это к скорой метели. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ. Наступает новый год. Он плачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ. Наступает новый год. Вот
удачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый, новый год. Бам-б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 ам